Казахстанский паспорт и голубой флаг. Касым-Жомарт Токаев назвал символы страны. По его мнению, именно флаг объединяет всех казахстанцев ради общего дела. Спортсмены с гордостью поднимают его на мировой пьедестал и исполняют национальный гимн. Их особое уважение к голубому стягу отмечают во всем мире. Это признак подлинного патриотизма, подчеркнул Токаев. Он считает, что так же, как и домбра, ей есть место у каждого дома, у каждого казаха. В каждой семье должен жить и наш голубой флаг. Еще один символ, который ляжет в основу идеологии – бирюзовый паспорт гражданина Республики Казахстан. Опыт государственного строительства, сама история и вызовы времени рождают истинные символы. Основным ориентиром или своеобразным маркером нашей общенациональной идентичности должен стать бирюзовый паспорт гражданина Республики Казахстан. Наш паспорт уважаем во всем мире. Ему не чинятся никакие препятствия. Граждане Казахстана получают визы иностранных государств, пересекают границы, свободно выезжают за рубеж по служебным и личным потребностям. Это результат нашей политики укрепления межэтнической толерантности и дружбы, а также последовательного курса на обеспечение международной безопасности и сотрудничества.